С «Привет, Дань» начинаем, да? Привет, Данечка. Привет. Расскажи, пожалуйста, только что сыграли с «Фанатиками»? Нет, с «Форзами». Да. Выиграли? 16-5 выиграли. Игра была довольно-таки легкая, потому что «Форзы» играли как-то... Ну, вначале пытались играть серьезно, после нескольких первых там переломных раундов, которые мы взяли, они просто начали играть больше как бы по фану, да? Плюс ко всему видно, что это просто микс. Как бы мы выиграли них довольно-таки уверенно и без проблем. Расскажи про матч против «Фнатик». Ну, с «Фнатиками» как бы в первую очередь была проблема в том, что, ну, я видел, что я и ребята как бы с командой не могли найти свою игру, играли неуверенно, в первую очередь потому, что на сцене было тяжело играть. Не смеши меня, иначе это не смогу говорить серьезно. Вот. Значит, мы не расстроились. Вот. Как бы, может быть, просто кто-то расстроился, подумал, вот, на Ави проиграли, там, Фнатик. Ребята, не расстраивайтесь, все нормально, просто мы как бы сыграли не в тот кэс, который мы можем показывать, просто... Еще рано вскрывать вены. Да, еще рано вскрывать вены, вот. Более как бы... Как сказать? Мало слов, больше смысла. Сейчас был момент, если не ошибаюсь, последний раунд. Мы остались 2-1. Ну, видно, что ребята как бы сильно хотели выиграть, плюс ко всему как бы Карн. Для него, может быть, это последний год для Counter-Strike, да, то есть он нужен, как бы такой возраст, его последний шанс, вот, поэтому ему нужно было, ему нужны были эти фраги, ему нужны было заточить 2 раза 1 в 2, поэтому как бы он как молодец, а моя пара из ларца не собралась. Сорок, конечно, не очень. Еще все впереди. Следующая игра у вас против Альтернейт. Да. Ну и какие прогнозы на этот матч? У них состав, насколько я знаю, такой миксовый. Я думаю, замены. Что эта игра не будет как бы легкая, но я думаю, что мы победим в ней, но не знаю, с каким счетом. В зависимости, конечно, от карты, от удачных как бы моментов. Почему я говорю уверенно, что мы должны у них выиграть? Потому что это не команда, это микс. Плюс ко всему в этом миксе находится очень много не знаменитых, не скилловых игроков, а просто хорошие, я думаю, стрелки. Вот. Поэтому как бы и самая сложная игра, как бы, это в первую очередь игра будет против Lions, шведов, она будет завтра. И, конечно же, будет сложный матч против Ravens тоже, ну, по крайней мере, нелегкий, я думаю, потому что ребята как бы вроде настроенно приехали, они, по-моему, уже выиграли у команды Alternate, вот, если я не ошибаюсь, поэтому, ну, такие. Хорошо, спасибо за интервью, удачи. Да.